продолжается подготовка к концерту на Джидыр Дюзю. Видео данного процесса было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как одна группа людей репетирует танец «Яллы», а другая скачет на карабахских скакунах, держа флаги Азербайджана и Турции. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.